нарезаете на дольки. И потом уже взяли по 2-3 как раз наши. И нарезаете, у вас кубик получается. А, смотрите, туда идет где-то примерно по полкило. Ну, здесь что-то у меня больше. У меня просто, например, белой рыбы там по 600 грамм. Там красные 400, потом еще одно белое там 300 или 350. Это палтус, наверное. Палтус, да. Ну, вы видели просто по кускам, чтобы вас просто не обманывать. Я вам просто говорю какое-то примерное количество. То есть вы сами должны просто прекрасно понимать, что количество начинки, оно должно превышать количество теста. Здесь вы полностью просто более аромат придаст вас. Я сейчас доехаю и можно уже включать нашу сковородочку. Это сейчас у нас дети, конечно, чувствуют, и чувствуют две тута, я вам хочу, там программист, там клипы. Ну да, да, в основном для этих же тем. Да. Школа, школа жизни и, соответственно, выдвижение, карьерное просто. Нет, ну главное, что вам это даже не нравится. Конечно. Искренне, да, да, прям Ну, вы знаете, можно и покомбинировать сладкое, в принципе, использовать. Ну, как штрудель, его просто сделаете именно с яблоками. С яблоками. Да, в основном, чтобы жесткие яблоки, зеленые у вас были, чтобы они не превратились у вас в кашу. Вот зеленые, да? Да, зеленые, в основном, Golden или Семеренко, то есть такие плотные достаточно, да, они жестче намного. Да я вас понял, сейчас скажу, все в голове не удержишь. С грибами отлично сочетается. У меня щи кислые будут, я еще взял сухих грибов специально, чтобы они были ароматичные. Тоже я. Они весные зимние, да? Белые. Есть белая пшеничная мука твердых сортов, есть желтая. В принципе, можно использовать и желтую, и белую. Желтая, она, я вам не хочу сказать, что желтая, она все-таки тоже прикольная. То есть она вкуснее. Сладкие вкусы. Просто не бюджетный, да? Не бюджетный. Бюджетный вариант, напишите. Да, 225 грамм белой пшеничной муки, желательно с твердых сортов, опять же. Нет, макку не пишите, однозначно. Из твердых сортов. И сокольничество не пишете. Забывайте эти слова, просто вот, если вы хотите пиццу, то берете нормальную качественную муку. Просеивайте ее, опять же. Просеивайте ее. Одна чайная ложка соли. Это что вы рисуете? Пиццу. Пиццу, а давай, подождите. Валерий, у вас это где-то на сайте можно? Нет, нет. Ищет. Итальянский пользуется. Есть Симола, есть всякие разные другие, но просто посмотрите, производителей очень много и просто вот, хотя бы по этим характеристикам. Ну, вы Симола берете, да? Нет, я не беру Симолу, там я другую использую. Ну, там на «ты» какая-то была, мы крайне не помним, я тоже не помню. А пиццу можно сначала? Смотрите, 225 грамм белой пшеничной муки твердых сортов. Одна чайная ложка соли, морской обязательно.
одна чайная ложка быстроразваримых дрожжей, сухих вот этих. Одна чайная ложка дрожжей. И ложки, если у вас старые сабвеповские такие прям большие, то используйте чуть меньше. 150 мл воды теплой. То есть не кипяток, понимаем, что здесь дрожжи, если заварите дрожжи, у вас процесс не пойдет, не будет работать. И 15 мл оливкового масла, либо 1 столовая ложка. В принципе, все. Ну, чуть-чуть меньше, да, чуть-чуть меньше. Вот берете и все. И если вы будете замешивать в миксере, то сначала вам нужна лопатка для перемешивания, то есть перемешивайте сначала, у вас вся масса схватилась, если у кого-то кухонные комбайны, а потом ставите насадку в крюк, и, соответственно, вы уже вымешиваете. В течение 7-8 минут вы уже вымешиваете. После чего вы оставляете в этой чаше, где вы замешали это все дело, подсыпаете чуть-чуть муки и закрываете уже пленкой. И у вас уже сама должна подойти в течение часа. И через час уже можете использовать ее. Можете также вот этот кусок разделить на маленькие кусочки, если вы будете делать какие-то мини-пиццы или что-то. И уже так же там, на лоточек, также пленочку закрыть, чтобы все это подошло. В течение часа все подошло у вас. Поверхность смазываете сливочным маслом. Либо также на пергаменте, либо просто форму какую-то. Вот с бортами есть форма. Есть, как вот раньше печенье такие вот, всякие разные. Смазывали, да, смазываете, раскладываете, вкладываете. Потом берете пицца-соус, то есть делаете томатный соус. Наливаете пицца-соус, равномерно распределяете, добавляете сыр пармезан, точнее пармезан и моцареллу. И уже на эту основу уже выкладываете все ингредиенты, которые у вас есть в холодильнике. Потом посыпаете сыром, посыпаете базиликом сухим. Ну и все. Кто посольнее любит, можно посолить сверху. Кто поострее, можно табаско добавить и выпекаете. Очень странно, как во Франции были, а лук-шалоты не знаете. Такой маленький, как кормовой лук, такой маленький. Маленький. Вы видели, как он очень ароматный и очень такой приятный на вкус. Ой, извините. Фотографируете, да? Нет. На разрезе. А, вот так, да. Противень можно убрать. Ну, едят, да. Давайте вы будете давать тарелочки, я сюда просто выложу, а потом все раздать их, ладно? Да, обязательно. А она одна, две, две. Ну, как, раскладывайте их. Просто раскладывайте. Вот это просто. А это что, подвох?